Всем привет! Рисуем Бонни. Аниматроника Бонни. Начинаю рисовать с носа. Вот здесь вот я сделал небольшие точки, чтобы как бы расположить голову. Рисую нос вот такой. Сразу закрашиваю его. Такой немного как бы похожий на треугольник. Вот так вот он выглядит. Так, здесь по центру разделение. Тут будем прорисовывать мордочку. Так, в одну сторону идет сюда мордочка. Здесь идет сюда. Вот так. Здесь закругляется. Тут закругляется. Так, и здесь соединяем. Раз, два. Тут, в общем, три точки. С боков. Так. Вот так получается у меня. Прикольно. Здесь намечаю глаз. Круглый. Один глаз. Здесь второй глаз. Так, ну глаза потом будут закрашены черным, поэтому можно, в принципе, здесь вот так вот поровнее сделать, зарисовать. Так, значит, что тут дальше? Дальше здесь, получается, мордочка идет, голова идет сюда. В разные стороны. Здесь закругляется. Здесь закругляется. Здесь сужается. Вот так. И сверху прорисовываю вверх голову. Вот таким образом. Вот, получилась голова, да, такая полголовы. Так, здесь от центра идут зубы. Один зуб, второй зуб. В общем, всего 4 зуба. Вот так они виднеются. Значит, снизу тоже зубы, поэтому... Здесь надо, наверное, прочертить вот примерно вот отсюда до сюда линию. То есть вот так вот. И прорисовать ему зубы. Тоже вот так вот. Раз, два. Здесь зуб. Здесь зуб. 4. Так, и получается вот здесь дальше рисуем мордочку еще раз сюда и сюда. Так, и вот тут уже прорисовываем ему боковые зубы. Вот так вот, раз, два. Здесь получается как бы мордочка идет вниз. Здесь соединяем. Так, и вот тут нижняя челюсть. Сюда. И сюда. Вот такая получается голова. В принципе, ничего такого сложного супер нет. Обычная голова Бонни. Если вы рисовали Бонни, то, в принципе, нарисуете. Так, сверху тут вот я намечаю ему уши. Одно ухо. И тут второе. Вот так вот. И здесь соединение. Так, рисую вверх. Прорисовываю.
внутреннюю часть надо прорисовать. То есть вот так. Так, и уши немного согнуты, поэтому здесь вот эта часть полукругом немножко вот так вот раз. Здесь аналогично тоже вот так вот два. И вот здесь соединяется вот так вот. Эту часть получается сверху как бы так вот рисую. Объем такой. Так, ну вот такие уши получились. Голова нарисована. Теперь можно немного уменьшить. Вот такой получается рисунок. Теперь, значит, здесь у него виднеется бабочка немножко. Делаем петельку. Вот так вот раз, вниз, два. Бабочку рисую. Так. И вот тут уже нужно как бы... Здесь вот я намечаю толщину брюшка. Рисую вниз. Туловище у него уменьшенное, да, получается. Прорисовываю туловище. Вот так вот. Не знаю, наверное, надо теперь приблизить, да? Туловище рисовать. Немного приблизим. Так. Тут получается вот на этом уровне будет рука. Поэтому здесь вот я рисую таз. Отступ небольшой. Прорисовываю вниз. И сюда я вот так вот завершаю. Вот. Руки потом буду рисовать. Сейчас надо в длину его нарисовать, размеры ног. Значит, тут получается нога идет вниз. Сюда. Сюда. Вниз и немного вбок. Так. Тут такая коленная чашечка. Тоже прорисовываю ее. Такая как бы овальная. Так, тут прорисовываю ногу вниз. Здесь тоже вниз. Сюда. Вот. Ну, это как бы игрушка Бонни Funko Pop. Funko Pop. Аниматроники. Так, и здесь надо нарисовать стопу ему. Вот, ну, стопу, значит, тут как, у него пальцы такие. Тут рисую один палец. Раз. Два. Три. То есть вот так вот я нарисую. Тут тоже отступ. Рисую палец. Один палец, второй палец, третий палец и сюда. Так, ну вот получается нога, вот он стоит. Так, вот теперь можно уже нарисовать ему руки. Так, значит, кисти будут примерно вот на этом уровне. Вот на этом уровне, да? Значит, и чуть-чуть повыше, то есть вот отсюда. Вот здесь вот так вот. Раз. И вот здесь вот два. Вот так помечу. Вот. Значит, и рисую руку сюда. 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 Здесь как бы локоть, да, соединяется. Так, и рисую вверх. Вот так вот раз.
2. Вот, и теперь уже можно нарисовать ему кисть. Значит, тут рисую палец и согнутые пальцы. Вот так вот, раз. Тоже палец, согнутые пальцы. 2. Вот, ну, в общем, ничего сложного, в принципе, нет. Теперь уменьшаем, чтобы во весь рост был рисунок. Вот такой прикольный Бонни получается. Так. Теперь раскрашиваем.